Башкортостан вышел из красной зоны по количеству долгостроев. За последние два года их стало на 225 меньше. И на сегодняшний день насчитывается чуть более 2000. По словам представителей Управления капитального строительства республики, часть объектов оставались незавершенными из-за бюрократических проволочек в муниципалитетах. Однако уже введены в эксплуатацию. Премьер-министр правительства Андрей Назаров отметил, что наличие долгостроев негативно влияет на качество жизни граждан. И несмотря на положительную динамику по решению этого вопроса, в этом году показатели необходимо улучшить. Одним из проблемных объектов остается поликлиника в поселке Нагаево. Это неправильно, что поликлиника, нужная для Нагаева, она, в общем, остановлена и, в общем, раздражает жителей. Вместо того, чтобы ее достроить, да, она там создает раздражение, потому что остановлена стройка, важная социальная для населения. Так что этот вопрос тоже не терпит отлагательств. Он должен быть нами решен в ближайшее время. Незавершенными также остаются ряд важных соцучреждений, в их числе три детских сада в Уфимском районе, по одному в Давлекановском и Стерлитамакском районах. По словам первого вице-премьера правительства региона Рустама Муратова, в прошлом году была разработана и утверждена вся необходимая нормативно-правовая база и дорожная карта по завершению долгостроев. Тем не менее, в Башкортостане имеется большое количество документальной незавершенки. В связи с этим принято решение о дальнейшем совершенствовании нормативной базы. Кроме того, за главами администрации муниципалитетов закрепят личный контроль над ходом оформления объектов.